Бешеный темп, молниеносная реакция и минус 1000 килокалорий в час. Этот зрелищный вид спорта, именуемый теннисом в спичечной коробке, называется сквош. 17, 24 и 25 ноября на базе одного из фитнес-центров города при поддержке регионального министерства спорта состоялся 8-й кубок Омской области по сквошу. Среди участников соревнований – победители открытых первенств Новосибирска и Красноярска. Алексей Сидоров, Балмашева Ирина, Кинкина Наталья стали обладателями в этом году Кубка Сибири, который проходил в Красноярске, каждой своей категории. Аникин Андрей становился призером дважды очень престижных турниров, российских турниров по сквошу. В Омске сквош появился 2 года назад. За это время количество любителей и профессионалов увеличилось в разы. Любят эту игру за возможность обрести неплохую физическую форму при интересном содержании. За час игры сквошист может тратить от 700 до 1000 килокалорий. Это на 70% больше, чем в теннисе. Правила простые – отбить мяч и не позволить этого сделать сопернику. Вы находитесь в закрытом помещении, и мячик никуда не улетает. Везде стены. И играешь еще на одной половине с соперником. То есть он не напротив тебя стоит, а стоит с тобой. Естественно, нужна хорошая реакция, координация у нас. В сквоше я недавно вторые места занимал пару раз прошлых турниров. В этот раз третий у любителей. Лучших на Кубке Омской области определяли в категориях любители, женщины, игроки старше 40 лет и абсолютная категория. Сквош пока не олимпийский вид спорта, но его все чаще называют в числе фаворитов на включение в программу состязаний. У омских спортсменов есть все шансы на попадание в сборную страны. Поспособствует этому и то, что в ближайшее время в нашем регионе будут открыты еще несколько кортов для игры в сквош.